Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол это жизнь, и это продолжение нашей карьеры за Манчестер Юнайтед. Под последним видеороликом я прочитал пару интересных комментариев, и, естественно, я к вам прислушиваюсь. Многие мне, за это вам большое спасибо, написали насчет тактик, дополнительные вот эти стили игры. Я поставил атакующих задних защитников, карусель на фланге, контрпрессинг, как вы и просили. Также многие, ну не многие, в комментарии прочитал, что написали, что Погба не подходит на позицию центрального полузащитника, опорника нам нужно искать. У меня есть, по крайней мере, ну вот опорник, или уже нет? Нет, вот он, Мактоминой. Но это прям не то. Мне написали именно даже двух игроков, поэтому напишите вы в комментариях, кого все-таки нам покупать. Правда, летнее трансферное окно закончилось у нас, так что он к нам перейдет, этот футболист, зимой. Два игрока из Баварии, это либо Хави Мартинес, либо Кимих. Я склоняюсь на самом деле к Кимиху, потому что ну, во-первых, это возраст, он моложе, во-вторых, это рейтинг 88. Хоть здесь, тут вы посмотрите, у Кимиха и у Хави Мартинеса есть вдохновение, вон и у обоих пас низом две звезды, но правда у Кимиха навеса еще две звезды, но все равно он моложе, и мне этот вариант больше нравится, но я все равно прислушаюсь к вашим комментариям. Мы всего лишь один сезон отыграем за Манчестер Юнайтед, поэтому можем и Хави Мартинеса, так сказать, под конец взять. Сейчас у нас игра против Лестера. Это чемпионат Англии. У нас не очень-таки он стартовал. Вот после двух вроде матчей у нас сейчас с вами вот одно очко. Да, ничья и поражение. Лестер сейчас две победы имеет у себя в активе. Ни разу они не пропустили, но мы играем дома. Поэтому я надеюсь, может быть, что-нибудь это нам да и принесет. Поэтому состав вы видите. Вот таким будем составом играть. Наверное, я буду чаще выпускать Хендерсона в Лиге Европы. Почему бы и нет? Интересный игрок. Мэдисон сегодня играет против Лестера. Сойюнсу мы видим в центре защиты у Лестера, который к нам не перешел, к сожалению. У них он Джан-Луиджи Буффон на скамейке запасных. Все, в общем, у них замечательно. По выносливости здесь смотрю, да, вроде все нормальные, готовы. Так что переходим уже к самому матчу. Итак, Манчестер Юнайтед, Лестер, Олд Траффорд. Ну, это интересный на самом деле матч. Я даже помню, когда Лестер становился чемпионом, был вот этот матч Манчестер против Лестера. Матч за Суперкубок Англии. Тогда я помню, как Златан Ибрагимович только вроде как дебютировал за Манчестер Юнайтед в этом матче. Буду через силу играть, потому что без него у меня командный дух будет очень низкий. Ему удары, это Бруно Фернандеш. 36-я минута, 1-0. Гринвуд на Марсиаля. Ой-ой-ой, как здесь Шмейхель-то потащил. Все, на этом наша первая победа. Благодаря вашим тактикам, которые вы мне написали, Бруно Фернандеш забил. Мы сохранили этот результат, 1-0. В очень интересном матче мы одерживаем победу. Ну, даже поворотом больше здесь Лестер пробивал, да и владения за ним не было. Так что можно сказать, что нам повезло просто с этой победой. Итак, после этого тура мы поднялись на 11-ю строчку. Здесь мы, кстати, с Челси сейчас тусуемся. А там Ньюкасл, их реально, походу, шейхи купили. Вот, такие же новости были у нас совсем недавно, что сейчас Роналду, там Месси в Ньюкасл переходят. Потому что их покупают шейхи, но нет. Шейхи вроде как и даже и не купили их. Так, вызов в национальную сборную. Давайте посмотрим. Это вроде роль в команде. Нет, не сюда, понял. Понял, в другой, значит, надо. Состояние игрока. Дехе в сборную Испании. Линдель в Швецию. Магуайр, Шоу. Хендерсон. И Мэдисон в Англию. Вот, Погба. Погба. Погба единственный во Францию. Мактоминой в Шотландию. Решер тоже он в Англию. Бруно Фернандеш, Джеймс, ну, Бои, Фред и Гало. Ван де Бек вызваны в сборную. А вот это все игроки, которые у нас как бы были причастны к трансферному окну. Сейчас у нас игра против Фулхэма. Я бы дал бы даже сейчас Хендерсону в старте выйти. Почему бы и нет? Давайте я Фреда даже возьму, а то куда-то он так отлетел. Арнаипу Игмал.
Вот, его я не буду брать. Также шел дам отдохнуть, потому что, ну, просто никакущий был в матче в концовке против Лестера. Ну, эти ребята, мне кажется, еще в нормальной такой кондиции. Хотя, может, тоже стоит вместо них там, вместо кого-нибудь бои выпустить. Ну вот для, вместо Линделёфа, например, почему бы и нет. А, Погбу. Ну, Погбу я, наверное, бы оставил. Вот, вместо Мэдисона не знаю. Что будет, если я сейчас Фернандеша поменяю? Ой, как же он падает жестко. А, давайте вместо Джеймса в старте Гринвуда выпущу. Почему бы и нет, действительно. И Гало на первых минутах. Вот. Просто ротируем немножечко состав, потому что у нас дальше игра с Арсеналом. Тоже надо понимать. Ну что же, переходим к самой игре против Фулхэма. Вот такой вот у них состав интересный. Хуан Мата, да, наш, кстати, игрок. Вот у них даже в старте он сейчас. Чуть ли не забыл, но для него это первая игра против Манчестера. Играем на выезде, поехали. Итак, Крэвен Коттедж. Играем мы сегодня на выезде против Фулхэма. Тоже интересная команда. Вот Хуан Мата нам прям сейчас крупным планом показали. Мы готовы на самом деле. Сейчас посмотрим только, как будет играть. Ну и мы тогда тоже в атаку пойдем, почему бы и нет. Нам нужно побеждать, мы как-то так неуверенно скомкали старт. Решвард с мячом. И это 1-0. Маркус Решвард открывает счет в сегодняшнем матче. 22-я минута. И Маркус Решвард забивает. Классно, классно сейчас получилось. Тем более еще и как-то так интересно от штанги мяч залетает в сетку ворот. Здесь хорошо это было видно. В стеночку, причем снова, вот, как и в прошлом матче, получилось так отыграть. И Гало записывает на себя голевую передачу у меня в этом матче. Вышел, отдал голевую уже. А вот и Гринвуд. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас как же Гринвуд запорол этот момент, а? И все. Минимальная победа снова на выезде. Получилось у нас две победы подряд сейчас сделать. Решфорд открыл счет в этом матче, и этот гол стал единственным. Напишите также, друзья, в комментариях, влияет ли то, что у меня в вот эти вот стили атаки, дополнительные атаки, стили игры, влияет ли это на выносливость? Потому что прям очень сильно выносливость исчезает у моих игроков. Может быть, не стоит все три там использовать, надо как-нибудь там с умом. Вот, в зависимости от ситуации. Но сейчас у меня игра против Арсенала. Давид Де Хея, естественно. Шоу там восстановился вроде. Отдохнул. Я не знаю, что будет, если я сейчас Линделёфа выпущу. Давайте Магуайр пусть отдохнет. Рискую, рискую. На самом деле Ван Бисака выходит. Не знаю, Погба, да пусть давайте отыграет последний. Давайте в старте выйдет даже Ван де Бек сейчас. Естественно, в старте у нас Марсиаль. Я вот здесь, я, кстати, не знаю. 75, 79. Решард больше устал. Давайте я Джеймса выпущу. Мне понравилось, как они сыгрались оба. Именно Джеймс и Гринвуд в концовке матча против Фулхэма. Поэтому посмотрим. И я бы все-таки в начале матча бы изменил. Посмотрим на состав Арсенала. Кариус у них на воротах. Оборона такая себе. Хоть и в 5 защитников играют. Ну вот дальше вот уже центр поля и нападение мне очень нравится. Почему даже не Виллиан играет? Тоже странно. Лену вообще. Зачем им три голкипера? Тем более у них Пикфорд и Лена. Это два очень хороших голкипера в двух хороших английских клубах. Но они именно в клубах в одном встретились. Итак, Манчестер Юнайтед против Арсенала. Прям вот эта вот битва двух команд. Очень мастеровитых в английской премьер-лиге. Ух, какой же еще здесь, смотрите, у Арсенала шрифт интересно на форме. Кариус, причем на воротах, Белерин с капитанской повязкой. И посмотрим, посмотрим. Не Лена, не Пикфорд, который у них есть. Так, атакующие защитники, карусель на фланге. Давайте я атакующих бы выключил. Не знаю, то ли я сейчас выключил, тоже надо глянуть. Атакующий, да, я атакующих защитников выключил.
Потому что посмотрим, может быть, от этого тоже что-то зависит. Линделев. Марсиаль. И на Погбу как же хорошо, а? Погба. И это 1-0, а? Поль Погба, 79-я минута. Будет ли дебить? Да, деб будет. Деб будет на Олд Траффорде, Погба забивает. Вынос пошел. И все. Три победы у нас, друзья, за выпуск. Минимальные, правда, но очень хорошие. Лестер обыграли, правда, он там удача нам помогла. С Фулхэмом прям на опыте. Мэдисон здесь еще и Мэдис завершала с капитанской повязкой, потому что Бруно Фернандеша заменил. Ну и победили Арсенал. Все. Тоже интересная игра, равная на самом деле здесь и по ударам. Хотя у нас именно ударов было больше, но в створ вот помог здесь прям Кариус. По пасам у нас больше. Ну, статистику, в общем, вы видите. Ну и Погба лучший игрок матча, естественно. Итак, на шестую строчку мы влетаем. Три очка у нас всего лишь до Манчестер Сити. Они там матч в ничью сыграли свой. Так что очное противостояние против Сити. И мы уже можем тоже быть на первой строчке. Почему бы и нет. Дальше у нас, друзья, в следующем уже выпуске матч в Лиге Европы против Браги. Матч против Вулверхэмптона в чемпионате Англии. И в Кубке Англии играем против Дерби Каунти. Тоже интересная команда. Сообщение нам приходит. Гринвуд прогрессирует, надо ему чаще давать играть. Хорошо, я вас услышал. Всем спасибо большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые у нас выходят по выходным. С вами был Андрей, канал Футбол. Это же до новых встреч, друзья. Всем до свидания.